В Ульяновске прошла научно-практическая конференция «Междисциплинарные вопросы ВИЧ-инфекции». Основные темы касались охраны здоровья женщин и детей. Среди участников более 200 специалистов – педиатры, акушеры-гинекологи, инфекционисты и неонатологи. Своими исследованиями в области борьбы с ВИЧ поделились участники конференции из Москвы и Казани. Согласно статистике, по состоянию на 1 июня 2019 года в Ульяновской области проживает около 19 тысяч ВИЧ-инфицированных. Болен каждый 105-й человек. Чтобы социальная угроза общества не переросла в нечто большее, необходимо не только проводить профилактическую и разъяснительную работу с населением, но и обучать самих медработников. 1,5% населения в нашем регионе вовлечены в эпидемию ВИЧ-инфекции. Заболеваемость достаточно высокая по сравнению с цифрами по ПФО и в среднем по России. Среди вопросов повестки – лечение ВИЧ у детей, раннее выявление инфекции у беременных и детей, организация медпомощи ВИЧ-инфицированным. Очень важно, чтобы те женщины, которые столкнулись с такой проблемой, понимали, что они могут родить здоровых детей, но им необходима медицинская помощь, профилактика ВИЧ, и она на сегодняшний день развита очень на хорошем уровне. По словам медиков, в регионе насчитывается 177 детей с подтвержденным диагнозом. Число могло быть гораздо меньшим, если бы женщины не отказывались от обследования, лечения и постановки на диспансерный учет. Анна Тищенко, новости Улпрада ТВ.